Ой, я так рад, ведь у нас тут родилось новое шоу, и это уже большая семья, благодаря вам, друзья. Но у каждого шоу должен быть папа и мама. Знакомьтесь, это наш папа. И, наверное, папу сейчас интересует только один вопрос. А где же наша мама? О, а вот и наша мама. Так, стоп! Какие папа, какие мама? У нас тут шоу, между прочим, онлайн-шоу «Трёпка». Работайте давайте. Начинаем, друзья! Оу! Ну что же, всем добрый вечер. Это онлайн-шоу «Трёпка». Второй выпуск уже ни в коем случае не пилотный, а полноценный, сумасшедший, заряженный выпуск нашего вечернего воскресного онлайн-шоу. Шоу «Трёпка», что это такое? Это вечерний трёп о новосибирских новостях, о жизни наших звёздных гостей. Много живого общения, конечно же, лайв-мьюзик, выступления здесь, на нашей сцене. Прямо сейчас я уже готов начинать шоу, но вот нужна команда, да, и для вас, и для меня. Поэтому вы прямо сейчас устраивайтесь поудобней. Берете пельмешки, бутеры, все, что вы так любите кушать по воскресеньям вечером. И главное, следите внимательно, будет много всего интересного. Ну а пока что, друзья, поехали! Ну что же, еще раз здравствуйте, еще раз всем привет, я чертовски за неделю по всем по вам, друзья, соскучился. И сегодня действительно есть много чего вам рассказать, и много гостей сегодня будет у нас, с которыми я с радостью хочу всех вас познакомить. Давайте сразу пробежимся по гостям, чтобы, скажем так, спойлеры ушли в первую очередь. Чуть позже продолжим уже наши традиционные новостные рубрики. Итак, гостями нашего второго выпуска шоу «Трёпка» сегодня станут Валерия Асратян. Это ивент-организатор, блогер и стилист. Замечательная девушка, моя хорошая подруга. Она первая к нам сегодня присоединится. Далее вечером к нам присоединятся Вячеслав Карбовский. Это серийный предприниматель, бизнес-аналитик и очень крутой чувак, который умудрился за время карантина не то чтобы взгрустнуть, а нормально хорошенько подняться. Ну и, конечно же, главное, что произойдет сегодня, это наш музыкальный гость. Это группа Kush Lovers. Я думаю, многим из вас она знакома. Это все на протяжении вечера. Подключайтесь к прямой трансляции, пока есть еще такая возможность. Обязательно не забывайте ставить лайки, комментировать. Нам хочется с вами общаться, без этого никуда. Мы всем советуем, друзья, оставаться дома, сидеть по домам, уютно, комфортно и тепло. Ну а мы, в свою очередь, постараемся сделать все для того, чтобы ваш воскресный вечер прошел максимально классно. Мы общаемся, говорю еще раз, с вами в режиме онлайн-комментариев. Я здесь все у себя вижу. Обязательно пишите, задавайте вопросы. Это будет очень полезно для каждого из нас. Ну а прямо сейчас немножко о новостях. О новостях, которые я подсобрал для вас. Это традиционная рубрика новостная. Новости не от мира сего, как я их называю. Окей. В Ярославской области, друзья, разрешили работать баням. Разрешили работать баням, как это звучит. Но без посетителей. Как говорится, никогда еще чиновники так красиво всех нас в баню не отправляли. Примерно такая вот история. Центр избирком предложил упростить голосование за поправки в Конституцию. У людей во время голосования не будут требовать паспортных данных, а в бюллетенях достаточно будет всего лишь расписаться. Как говорится, голосование происходит и проходит по системе ЦИРК. Центральная избирательная российская комиссия. Хорошо, про голосование мы еще сегодня, я думаю, поговорим. Далее, муниципальные выборы в Курганской области получились неожиданными и необычными. Ведь кандидат скрывал свою судимость, но один из членов избирательной комиссии сдал его, потому что сидел с ним на одной зоне. Вот так. Как говорится, у нас везде есть свои люди. Хорошо, мужчина сделал пластическую операцию и сменил свое имя, чтобы начать встречаться со своей бывшей девушкой, которая его бросила. Берите на вооружение, как говорится, в наше время обнуляться уже входит в моду. А в Уфе, прекрасный город, мужчина с бензопилой бегал за людьми без масок. Это инновационные технологии борьбы с нарушением карантинного режима.
Ну что ж, друзья, мы вернулись в студию, уже на столь знакомый нам прекрасный кирпичный фон. Что же, переходим к нашим гостям, и первый гость на сегодня – замечательная, прекрасная, очаровательная леди. Наверное, как-то так стоит отзываться в ее адрес. В принципе, вы все увидите сейчас, и, как и я, наверное, обомлеете. Единственная разница между вами и мной – я это еще могу и потрогать. Замечательно. Ивент-организатор, блогер, стилист, человечек-улыбака, человечек-кудрявая прическа Валерия Асратян. Я приглашаю тебя к студию. Присоединяйся ко мне. Привет, 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 привет. Привет. Замечательно выглядишь. Спасибо. Присаживайся, присаживайся. Отлично. Слушай, ну, наверное, с традиционного вопроса, который постоянно задают. Я в предвкушении. Как настроение, как добралась, как дела, чем живешь? Настроение отличное, несмотря на ситуацию в мире. Нет, на самом деле настроение прекрасное, добралась тоже нормально. В общем, все супер. Замечательно. Очень рада вас здесь находиться сегодня и в предвкушении того, что сегодня будет. Уже в предвкушении. Круто. Окей, давай, я немножко расскажу о тебе, то, что я знаю, то, чем я готов поделиться, и уже к вопросам. А что мы знаем о тебе? Собственно, ты организатор событий, так. Ты с недавнего времени стала стилистом. Стилистом в чем только, вот уточни. А, своя образ. Линия одежды? Нет, еще пока нет. Еще не линия? Но пока что есть. Только кардиган, пока, да, сшила. Пока только переодеваю людей. Переодеваешь людей? Хорошо. Главное, что не переобуваешь. Собственно, ты с командой своей одна из первых, кто начали производить, конечно же, защитные маски здесь у нас в Новосибирске. Да. Это тоже верно. Верно. Сколько всего вами было сшито, склепано масок? Несколько тысяч масок. Несколько тысяч. Я не могу все, сейчас, все ли реализованы? Ну, большая часть, да. И... Ну, реализовано точно 3-4, да. Но это неплохо. Слушай, вообще прибыльное дело? Ну, когда мы начинали, это было очень прибыльно, потому что мы реально были одни из первых, и это было очень быстро. Мне позвонила Ира, это директор Демирана, ночью, и сказала, так, нам надо шить маски, завтра к утру мне надо дизайн. Ну, то есть придумать какие-то штучки, чтобы... То есть для масок еще нужен дизайн? Это же, черт побери, просто полоска ткани. Мы же креативщики, мы решили сделать не просто защитные маски, а такие, которые будут... А у тебя нет случайно с собой собственноручно сшитой, произведенной маски? Ну, вот прямо здесь с собой нет, если в сумочке поискать, то можно... Нарушаем, значит, нарушаем. Хорошо, окей, бизнес с масками пошел круто, а какие, вот как стилисту теперь к тебе вопрос, да, что-то уже начинается, что-то где-то потихонечку начинает двигаться... Чего ты ждешь от этого? Насколько широко ты готова развернуться как стилист по одежде? Как стилист по одежде? Ну, естественно, я бы хотела продвинуться как блогер-стилист, потому что, ну, это моя тема, мне нравится в Инстаграме об этом. Слушай, сейчас к любой профессии сделай приставку блогер, и ты вроде как уже на волне. Ну, типа да, да. Блогер-стилист. О чем ты будешь рассказывать людям? О трендах, о том, как нужно одеваться, о том, как не нужно одеваться. Буду рассказывать про какие-то тенденции. Мне интересно, на самом деле, рассказывать это не только в формате видюшек, где я говорю, вот это вот надо носить, вот это не надо. В моем инстаграме можно посмотреть, я снимаю видосы, которые я беру из ТикТока, например, по трендам, где можно, ну, прикольно это делать, я там меняю рубашки. Что-то, ну, в общем, по трендам ТикТока пытаюсь показать в Инстаграме, что можно носить, а что не нужно носить. Мы еще обязательно к ТикТоку вернемся, потому что я тоже наслышан про твои отношения с этим социальным пространством. Окей, хорошо. Как на тебя повлияла пандемия, как на организатора мероприятий? Ну, естественно, большая часть моей работы, она исчезла. Ну, то есть вся моя деятельность связана с организацией мероприятий и взаимодействием людей на площадке. И как только появились только первые мысли о том, что сейчас все закроется, нам уже запретили работать. То есть мы самые первые, кто перестал работать. Это было в начале марта. Последнее мероприятие, которое мы провели, это было 8 марта. И все. И с тех пор все мероприятия нам не разрешали проводить. И с тех пор мы перепрофилировались. И теперь занимаемся масками и еще кучей интересных проектов. Неплохо так сменили ракурс. Кардинально, я бы сказала. Кардинально даже. Слушай, сейчас ивент, как само понятие, как сам быт какой-то, уходит в онлайн. Как ты относишься к этому? Одобряешь? Может быть, сама бы, возможно, при первой же возможности, да, поучаствовала именно в онлайн-ивенте? И какое будущее у онлайн-ивента, когда карантинные запреты все-таки, тьфу-тьфу-тьфу, да снимут?
Ну, вообще, когда ты вот говоришь онлайн, у меня уже дергаться глаз начинает, потому что, ну, я не очень хорошо к этому отношусь. Да, это единственный, наверное, способ на данный момент, как можно продвигать ивент, но мне это дико не нравится. Очень сложно передать через онлайн эмоции, очень сложно почувствовать аудиторию, очень сложно задать этот настрой. Понятно, что получается, но это совсем не та атмосфера, которая происходит на площадке, когда люди взаимодействуют. Ну, это совсем по-другому. Но этот формат имеет место быть, и более того, правильно этим сейчас заниматься и развивать, потому что, когда мы выйдем в офлайн, у ребят, в том числе у ведущих и у организаторов, будет еще большой кейс на онлайнике, и можно проводить мероприятия, например, в других городах. Ну, слушай, ну как можно провести, вот, допустим, у тебя заказ, проведите мне день рождения онлайн. Как? Вот, ну это же не то, то есть сидят где-то в разных точках страны. Это не то, безусловно. Ребятишки, нормально с пепси-колой, и тут вот этот организатор детских праздников в онлайне, значит, им там конкурсы, да, гоняет. Как? Вот как это вообще? Ну, такая практика есть, практикуют и детские агентства, и ивент практикуют, и мы делали этим билдинги, и организовывали день рождения один раз. Корпоративы онлайн, денечек посидим дома, отдохнем, главное, откройте окошко, да, чтобы как будто... На тимбилдинге в лесу свежий воздух, такое себе. Ну, такое проводят, да, но мне почему это не нравится, потому что большая часть работодателей перевела своих сотрудников на онлайн-режим, и в течение рабочего дня проходит очень много онлайн-созвонов, и ребята и так устают, и чтобы отдохнуть, им нужно снова онлайн подключаться к созвонам. Конечно, это очень сложно, но я не приветствую это, но единственный выход — работать, если уж не будем говорить про закрытые вечеринки. Хорошо, слушай, я посмотрел твой инстаграм. У тебя классный инстаграм, кстати. Подписывайтесь. Если получится, сейчас можно еще раз плашечку на экраны вывести. Подпишитесь на инстаграм. Так вот, что я там нашел? У тебя какие-то чертовски натянутые отношения с ТикТоком. Очень сильно, это моя боль. В чем проблема, в чем трабл твой, да? Почему у всех получается, а вот у тебя где-то запнулось. Покажи мне человека, у кого получается. Слушай, я думаю, ты сама поглощаешь уйму контента, который уходит сейчас на ТикТоке, и вроде как бы получается у людей. Ну, мне непонятны алгоритмы ТикТока. Вообще, начнем с того, что я завела ТикТок с рабочей точки зрения, потому что это тоже соцсеть, и там тоже можно продвигаться, и эту соцсеть тоже можно монетизировать. Вот, с этой точки зрения, месяц назад я зарегистрировалась в ТикТоке. Единственное, что чего я добилась сейчас, наверное, это деградация. Нет, на самом деле это прикольно, это весело. Можно снимать крутые видосы, но я до сих пор не понимаю, почему какой-то видос, где я ничего не делаю и просто снимаю, например, там, как я улыбаюсь, набирает тысячи просмотров, а видос, который я снимала в течение всего дня, монтировала часами и очень с крутым наполнением и контентом, набирает 100 просмотров. Ну, слушай, я не сильно, конечно, разбираюсь в трендах ТикТока, поскольку, ну, не часто туда, честно скажу, залажу. Ну, а вспомни легендарное яйцо в Инстаграме, которое собрало миллионы подписчиков. И, казалось бы, а чего там смотреть-то и зачем на него подписываться? Ну да, я не спорю, но, тем не менее, я не понимаю. Мне очень много кто вызвался объяснить, как это работает. Я все это применила, но пока мы не подружились с ТикТоком. Безрезультатно. Один раз я сказала, я сидела в ТикТоке и говорю, все, ТикТок, я на тебя обижаюсь. И закрыла его. И через два часа... Он тебе не ответил, нет? И через два часа у меня сразу 2000 просмотров на последний видос. Я такая, ну все, мы помирились. А, все, теперь понятно, как это работает. Попробуйте, да. Хорошо, слушай, еще один вопрос. Теперь уже к тебе, как к стилисту еще хочу дополнить. Есть у меня такая... смотри, лето. Ах, лето. Началось, дай бог. Несмотря на нашу погоду непонятную, все-таки кто-то говорит, что лето еще в мае закончилось, кто-то ждет второй части. Окей, лето — это новый сезон моды, прежде всего, да? Какие тренды на этот летний сезон? Что носить девчонкам, что не носить девчонкам? Может быть, что-то по мужичкам нам подскажешь, расскажешь? В общем, что сейчас актуально? Ну, сейчас актуальны принты. В первую очередь, конечно, самый большой тренд этого сезона, не только лето, а в целом, это животные принты. Всеми любимый леопард. Животные принты. Да, всеми любимый леопард теперь у нас, можно сказать, в моде, да. Ну и все другие животные принты. Тропические принты, цветочные принты, это для девочек, соответственно. Ну, мальчики тоже могут носить, естественно. Вот. Мальчики могут носить цветочки, прости? Ну, есть мальчики, которые носят там футболочки с цветочками. Это те мальчишки, да,
Сейчас можно против них проголосовать. Ну, да, говорят, давай, да, мы вот не будем, да. Хорошо. Слушай, классно. Я очень рад был с тобой поболтать. Но у меня есть для тебя, мы решили каждому нашему гостю давать небольшой челлендж. Небольшой челлендж. И я прямо сейчас хочу тебя пригласить в нашу вторую студию, скажем так, на сцену, где тебя ждет непростое испытание. Лерочка, прямо сейчас переходим туда. Буквально пару мгновений, и мы бегом вновь увидимся с вами. Ребят, привет, рад вас приветствовать. Привет, Лер, давно не виделись. Привет. Привет, Артём. Привет, да, кто меня не знает, здравствуйте, меня зовут Артём Кабаков. Сегодня мы сыграем с вами, ребят, очень интересную игру. Игра называется «Рифмабол». Сразу такой вопрос. Слушайте, ну, раз ты сидишь в ТикТоке, я слышал, да? Наверное, там много музыки, да? Вот очень что сейчас много. В тренде? Какая сейчас музыка в тренде сейчас? Какой танец в тренде сейчас? Ну, знаешь трек этот? Я могу вот так вот, вот так вот, вот так могу. Вот так могу, да. Ребят, вы сейчас на моих глазах просто деградируете. Молодцы, спасибо. Спасибо вам большое. Поверь, мы сейчас деградируем порядка в тысячи глазах, которые нас смотрят прямо в этот момент. Ребят, ну это популярные песни, но хочу вам рассказать, что есть еще непопулярные песни. На просторах интернета есть песни, которые вообще никто не слушал. И я хочу дать им сегодня рекламку, так сказать, сегодня специально для вас. Послушаем, повеселимся. Но есть одно но, ребят. Будем отгадывать песни. Будет звучать как неизвестная песня, вариантов ответов. Если вы неправильно догадались, вас сегодня будет бить током. Да, можно нам, пожалуйста, электрошокеры в студию. Я ждал подвоха. После слов есть одно, но я уже ждал какого-то подвоха. Да, это электрошокер. Мы сейчас прикрепим вам на ручки. Это похоже на какую-то БДСМ-повязку на самом деле. Артём, скажи, что больно не будет, пожалуйста. Скажу, как укусит, как комарик, да. Только 600 тысяч и в одну точку, вот. Комарики так не кусают. Ну, не знаю, сейчас... Так, мы, у нас есть специально обученный человек, он уже проверил на Лере, что у нас все работает. Это не комарик. Она мне еще не проверил. Это армия комариков. А давай, проверим. Куси. Получается, нет? Куси, что-то не кусит. А вот укусил. Как кровопийца. Ребят, в общем, я пишем. Я боюсь к тебе садиться, Лера. Ты присядь, заземлись. Ребят, я еще ничего не отгадала, меня уже избили. Подожди, конечно, Лер, подожди. Это просто мы проверили, работают, не работают, на всякий случай. Ребят, напишите в комментариях, кого, ну, чаще бить током, кого вы бы хотели бы ударить прямо сейчас, да. Прямо сейчас пишите, если есть, да, есть много комментариев, нет сейчас у нас. Итак, ну ладно, поехали. Ребят, первая песня, внимание на экран, слушаем, отгадываем. Поехали. Позвони мне. Итак, вариантов ответов, поехали. Козлик, козленок, козюлька, либо козел. Слушай, А может быть, она подруге звонит, поэтому козюлька. Как вариант. Но... Козюлька, нет, да. Она Лер, ну ты как девочка, да? Козленок. Вот, козленок, да? Хоть раз звонила так, ну позвони мне, козленок, да? Думаешь, он так спела, да? Ты всегда мужчин нежно оскорбляешь, да? Не всегда. Козленок. А если вот бросил, как бы ты сказала, козел или козюлька? Если бы что? Если бросил тебя мужчина. Бросил? Козлина бы сказала. Козлина? Блин, нет такого варианта. Надеюсь, мой бывший смотрит. Поехали, вариант Леры. Лер, какой вариант? Козленок. Козленок. Пускай будет козюлька. Козюлька. Ну, это точно прямо тут. Знаешь, тебя после этого ответа хочется за щечки так взять и сказать, вот никакой миленький. Итак, ребята. Сейчас так же миленько тебя током ударит. Давай возьмем друг друга. Да, конечно. Ребят, возьмите друг друга вместе. Сейчас цепная реакция будет. Да, и примерно прическа будет, как у меня. Итак, вы готовы? Внимание, слушаем правильный ответ. Позвони мне, козёл. Ты чувствуешь, да? Нет, еще. У нас специально обученный человек думает, что типа... Шарахни обоих, что ты? Леру... Это я. А я тоже дергаюсь. Все, отлично. Это жестко. Это жестко. Подожди, это новый iWatch. Чувствуешь, как полыхают мои волосы прямо? Я чувствую это всегда. А так вот что с твоей прической? Я часто играл в эту игру. Итак, поехали, следующий вариант. Итак, слушаем песню. Мама, она была так близка. Его московская.
Итак, стоп, пока вариантов не озвучил. Сразу в голове одно слово. Да. Итак, сразу в голове, Лера, что? Прописка. Прописка. Ты что думаешь, что? Нельзя такое выйти. Есть еще вариант, но не разрешили сразу говорить. Не разрешили сразу говорить? Кто тебе сказал? Микронаушник сказали? Мне там сказали, нельзя такие слова говорить. Ну, а давайте посмотрим. Подожди, ну почему? В эфире нельзя произнести слово «пиписка»? Мама, она была так близко, его московская... Пиписка. Пиписка. И такой смотрит, держи тебе за это. Слушай, я адаптировался, давай еще. Итак, вариантов ответа, поехали. Его московская что? Прописка. Ага. Киска. Сосиска. Ну или пиписка. Пипи, вот смотри. Два варианта мы уже... Слушай, ну смотри, Москва уже не та. Поэтому меня не столь как бы убеждает вариант с пипиской, скорее как вариант с киской. Ну да. Мне в целом не важно, что отвечать, лишь бы током не било. Лер, надо правильно отвечать. Ну ладно. Давай, подумай внимательно, подумай. Нет, пусть будет то, что я первая подумала, пусть будет прописка. Прописка все-таки, да? Итак, Дэн, ты что думаешь? Ну я точно убираю сосиску, как бы, ну... Ну сосиску, понятно. Явно не... Хотя вот знаешь, вот эти вот песни... Ты уже три варианта перебрал. Его московская сосиска. Сосиска, да. Почему не может быть его московская сосиска? А знаешь что, я пойду от обратного. Я уберу логику. Уберу адекватность и просто абсурдная сосиска. И начну сосиска. Снимать ТикТок. Скажу сосиска и пойду в ТикТок, да. Итак, поехали. Слушаем правильный ответ. Внимание. Да, все-таки. Ребят, кому интересно, реально, напишите в комментариях, я скину вам обязательно этот трек, они реально все существуют. Все, ответил, получил, все, молодец. Ну, как ощущение? Скажи первое ощущение, ну. Бодренько. Бодренько, да? Итак, поехали дальше, бодримся, слушаем следующий трек. Я Валера Мур-Мур-Мур, я Валера. Я Валера Мур-Мур-Мур, я Валера. Я Валера Мур-Мур-Мур, я Валера. Я Валера Мур-Мур-Мур. Напоминаю, этот трек идет ровно 6 минут 30 секунд. Итак, вариантов ответов. Поехали. И в меня попал Амур. Вот такой вот каламбур. И меня побил Артур. Либо я Валера. Вот это его фирменное. Ну-ка, подумайте. Кто хоть раз слышал этот трек вообще? Хоть раз слышали его, нет? Слушай, это как бы ты ждешь от нас положительного ответа? Я, думаю, после вариантов, что вы снимаете ТикТок, я уверен, что вы это слышали. Серьезно. В ТикТоке такого нет. О, понятно. Итак, ну а как вы думаете, какой вариант все-таки? К чему ближе склоняемся? Ну-ка. Ну, я склоняюсь. Смотри, и меня побил Артур, вот в принципе, может, после вот этого. После мур-мур-мур, может, да. Ну да, да, может быть такое. В принципе. Итак, и меня попал Амур. И в меня попал Артур, да. Нет, Амур. Ну, если в тебя попал Артур, это я бы этим не гордился. Итак, поехали дальше. Либо вот такой вот каламбур. Итак, ну-ка, что? Вот такой вот каламбур слишком просто. Каламбур все-таки просто для тебя, да? Итак, ну-ка. Я бы выбрала, и меня побил Артур. Артур все-таки за Артура, да? Итак, ребят, к счастью или к сожалению... Мы слушаем эту песню с самого начала. А, ты не хочешь спросить меня? Зачем тебе все равно то ему дарят? Чтобы я не сказал, на исход будет один? Конечно, там уже на соточку поставили. Слушай, а я вот все-таки, я Валера. Вот. А можешь еще раз это сказать? А можешь прям в камеру? Так может это твой трек? Отлично. Итак, слушаем правильный ответ. Погнали. Я Валера Мур-Мур-Мур, я Валера. 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 Ну, он был прав, да, Дэн был прав. Надо было не спрашивать у него. Так, а Леру не ударили почему-то, нет? Лера же была не права. А, вот она, да. Лер, ну... Да хватит. Хватит. Полная красотка. Мало кто знает, что стул уже дымится, да. Если кто не видит, он уже дымится. Это электрошока. Я не хочу, чтобы у меня была прическа, как у тебя. Ну ты что делаешь? Мы просто проверяли. Что за правила у тебя в игре? Мы просто проверяли. Вдруг, мало ли, электрошокеры сломались, да? И надо нажать еще раз и проверить, не сломалось ли, да? Нажали еще раз, нет? Вот, видно, сразу работает. Все работает. У Дэна все работает. Итак, поехали дальше. Слушаем следующий трек. Погнали. Итак, думаем, что может быть в солдате, а?
Тебя опять ударили? Нет, он вспомнил про Артура. Я бы сейчас с радостью пошел ударился. Как думаете, что может быть в солдате? Дэн, ты служил? Нет. Как думаешь, что в солдате может быть? Ну-ка. Ты хочешь услышать версию человека, который не служил? Ну, да? Просто интересно, да. Я-то служил, я-то знаю, что в нем в есть. В таком случае там много вариантов. Мне нравится, как ты показал много вариантов, что может быть в солдате, да. Сразу видно, что ты служил. Я-то да, по мне видно. Ну, смотри. Разлюбила я солдата, полюбила депутата, много денег депутате, а в солдате только вата, может быть, вата. Какое-то. Почему бы и нет? Только грусть. В только грусть? Ну, конечно, чего радоваться? Ты ждала, видно, что ждала из армии. Я готовилась. Итак, вариантов ответа, поехали. Первый. Греча, бром, тайна, либо трипер. Подумайте, внимательно. Интересный вариант. Ну, бром, как ты думаете, может быть в солдате бром? Ну, может быть, конечно. В принципе, да. А почему ты начал с брома? Ну, я думаю, ну... То есть, не, начать с трипера, не, с этого не стоит. Ему тоже не разрешили такие слова говорить в эфире просто. Слушай, трипер, это же не ругательство, нет. Ну да, меня так иногда называют, в принципе, это не ругательство. Меня так ласково иногда зовут. Трипер, трипер, ко мне. Мама прикалывалась надо мной. И Валера. И мой отчим Валера. О, бегай за мной, да. Итак, давайте подумаем, поразмышляем, что греча может быть в солдате? Ну, может быть. Бром может быть в солдате, да? Да. Может быть. Тайна в солдате может быть? Ну-ка. Солдатская тайна. Есть солдатская не тайна. Какая может быть солдатская тайна? Это если ты едешь в Лондон скрипалей травить, да, там тебе есть солдатская тайна. А какая еще может быть? Ну, то есть тайна, отчеркиваем, да? Тайны нету в солдатах. Они прямолинейные, в них тайны нету, да? А почему бром? Бром, ну прикольно звучит, смотри. А в солдате только бром. Нормально. Вариант. Прикольно же звучит, да? Нормально. Представляешь, я слушал эту песню от начала и до конца. Представляешь, там еще не такое есть. Поверь. Слушай, ну рацион солдата, давай возьмем тогда, я за гречу. Ты за гречу. Я за гречу. Я да. Тогда за бром. Ты за бром. То есть никто не за. Взяли рацион греча и бром, нормально. Греча и бром. Типичный будни солдата. О, да. Итак, поехали. Правильный ответ. Внимание, готовьте свои ручки. Да уже готово. Ребят, вот такие войска, вот такие войска. Вы неправильно ответили. Раз, два, три. Мы заслужили. Ребят, напишите в комментариях, нравится вам это или нет. Будем мы это продолжать или нет. Мы можем, в принципе, еще 3 часа их бить. Если вам нравится, поставьте лайк обязательно. Еще 3 часа, и мы тебя будем бить. Итак, ребят, поехали. Давайте последние 2 трека еще. Готовы, да? Еще 2. Давай 2 последних, да? Хорошо? Мне кажется, я скоро светиться начну просто. Последние 2 трека. Погнали. Дальнобойщица, дальнобойщица, Черепанова Марина. А мне нравится песня. Хороший трек. Дальнобойщица, дальнобойщица, хочу залезть тебе. Итак, куда он хочет ей залезть? В дуплину. В кабину? В кабину? Дальнобойщица машине. В дуплину, да, в дуплину. Мне интересно, вообще есть ли среди наших сейчас зрителей Черепанова Марина? Марина, если ты есть, напиши, пожалуйста, про тебя возможно, песню. Возможно, напиши, куда, возможно, да? Она в пути, да. Где-то загорает локоть сейчас, где-то едет и загорает локоть. Итак, вариантов ответа, поехали. Можно нам вариант ответа? Поехали. В кабину. В кабину, да. Итак, разумно, да. Следующий. В штанину. Почему бы нет? В турбину. И либо в сердечко. Лер. Ну, в сердечко, ты, конечно. Ты же девочка же, конечно, в сердечко, да? Дэн, ты как парень, за что голосуешь? Ну-ка. Ну, слушай, ну тут как бы в турбину. Сердечко нет, ну как бы, ну зачем портить такую классную песню? Согласен. Песня хорошая. Слушай, давай в кабину. В кабину, думаешь? Ты хотел залезть Черепановой Марины в кабину, да? Правильно понимаю? Мне нравится, как ты показал кабину. Маленькая. Ну, если поняли. А ты в сердечко, да? Ну, естественно. Итак, слушаем правильный ответ. Ванилька. Сейчас тебя махнет. И тебя. Черепанова Марина. Дальнобойщица, дальнобойщица, хочу залезть тебе в кабину. Илья Ломаца! Спасибо! Дэн, ну честно скажи, знал эту песню? Нет. Я сначала говорила про кабину, между прочим. Тему, да? Да, ну просто это не нежная девушка, конечно. И поэтому вы меня бьете тоже, да? Сердечко, самое сердечко. В кабину, просто прямолинейно сразу в кабину. И давайте последний финальный трек. Готовы?
Погнали! Я переплыл все моря и океаны, я не утонул, потому что... Можно варианты не показывать, потому что что? Я пьяный. Я пьяный? Ну-ка. Я переплыву все моря и океаны, я не утону, потому что я... Марьяна. Марьяна? Марьян Ро. Я могу помогать тебе эти игры сочинять. Слушай, да? Ты забрала самое интересное. Ну давай, быстренько, да, все, что первое в голове у тебя. Ну-ка, раз, два, три. Мы поняли, что у тебя в голове ничего. Итак, вариантов ответов, погнали. Так будет проще. На банане. Почему бы нет? Мастер спорта. Неохота. Либо вот это. Ну, да. Выбираем. Почему? Почему он не переплывет? Ну? Неохота. Неохота, потому что ему, да? Слушай, на жизненном опыте мне известен только вариант с какашкой. Да? Да. Интересный не Денис и его интересные жизненные опыты. Да. Следующая рубрика. Смотрите у нас. Итак, поехали. Вариант ответа. Ну-ка. Неохота. Неохота. Просто то, что лень, ну, самоизоляция просто, ну, расслабила окончательно. Итак, Дэн, ты что думаешь? Я какашка. Это мы знаем. Очень мы знаем, в принципе, да. А вариант ответа? Ты... Я ж тебе его озвучил. Ты мне что? Еще раз себя плохо... Скажи еще раз, скажи еще раз. Я какашка. Молодец. Признание, признание в эфире. Итак, слушаем правильный ответ. Погнали. Я переплыву все моря и океаны. Я не утону, потому что я какашка. Yeah! Ты просто знал? Ребят, слушайте, классно, классно, поиграли. Это за то, что ты слушаешь такие песни, серьезно. Судя по всему, не один я какашка, да. Слушайте, ребят, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, понравилось вам или нет. Да, напоследок, ребят, еще раз током. А мне понравилось. А давайте ему тоже наденем такую штуку. Ребят, спасибо. Вам, если понравилось, ребят, обязательно тоже поставьте лайк, проголосуйте. Если получится, уже знаешь. Все, с вами был Артем Кабаков. До новых встреч. Увидимся, когда увидимся. Пока-пока. Ну что, друзья, это было круто, до сих пор, я не знаю, видно вам или нет, но вот здесь все покраснело, это было заряженное шоу от нашего друга Артема Кабакова, спасибо тебе большое, Артем. Ну и Леру мы тоже провожаем, желаем успехов во всех ее начинаниях, и в стилистике, и в моде, и в пошиве масок, и, конечно же, желаем скорейшего выздоровления ивент-индустрии. Хорошо, я хочу немножко рассказать вам о спонсорах, благодаря которым многое здесь у нас получается, друзья, а спонсоры у нас сегодня... Как и всегда, прекрасный. Хотим поблагодарить команду Airwave 54, аренда концертного оборудования, и компанию BBA Company. Спасибо вам, ребята, большое. Также выражаем благодарность мультибрендовому концептуальному магазину одежды от The Store, собственно, благодаря которым я сегодня нахожусь вот в этих замечательных стильных вещах. Спасибо большое. Ну, а мы движемся дальше, друзья, и я приглашаю к нам сюда на беседу, прямиком в студию, серийного предпринимателя, бизнес-аналитика, CEO Rosewind Group и стартап-стартмейкер, если я ничего, старт-маркет, вот все, теперь я вспомнил, как это произносится. Очень много сложных слов, но очень простое и примерно прекрасное имя у этого человека. Вячеслав Карповский, приглашаю сюда к нам в студию. Здравствуй, здравствуй, привет, 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 привет. Устраивайся, устраивайся. Водичка. Спасибо. Так, меня отлично. Слышно, нет? Раз, два, три. Да, тебя прекрасно слышно, я тебя точно слышу. Хорошо, как всем дела? Привет. Как дела? Вообще отлично. Как дела? Что-то в тебе поменялось. Например, борода? Например. Стало рыжей. Стало рыжей. Хорошо, смотри, я много сейчас чего тебе рассказал. Правильно ли я тебя все там представил? Ну, может быть, ты что-то можешь дополнить и регалиями себя какими-то обвешать? Детализация нужна. Детализация. Детализацию это... Ты мне счет уже выставить собрался? Да, конечно. В зависимости от того, сколько времени это займет перечисление. Окей, давай по порядку. Я тебя помню и знаю как человека из далекого... какого-то там года. 2010-2012. Да, где-то там, когда существовало такое заведение, как СНОП. Как СНОП, где ты был, арт? Нет, я был там уже управляющим.
А, да. Ну я знал тебя я чуть был... раньше, видишь, да. Тогда еще раньше это был Рок-Сити, наверное. Тогда я был музыкальным директором. Ага, ага. Да, очень жаркие времена были. Как дела с этой частью? Ты завязал, я так понимаю. Да, я вообще на самом деле долго шел к этому, потому что ну, я практически все стадии прошел, все, что есть в нашем шоу-бизнесе, там, от диджакей, там, и писал музыку, и даже там несколько треков за то время выпустилось моих, и международный статус диджея тоже получил, и по заграницам поездил. Потом, опять же, был музыкальным директором Рок-Сити пару лет. Это тоже незабываемое вообще. Это такой опыт это был колоссальный. Для всех был колоссальный опыт. Соответственно, там куча серийных вообще мероприятий было. Дальше стал, опять же, управляющим директором. Там реализовал вообще все свои сумасшедшие идеи, которые мне не давали в Рок-Сити. Ну, потому что там все вообще рычаги управления были у меня. Я помню половину того, что происходило в Рок-Сити, и то есть еще остались какие-то сумасшедшие идеи для другого места, да? Конечно, да. Мне там много чего запрещал Макс Коротких, наш директор. Там не разрешал, что птички из лимузина показывали. В то время мне казалось, это очень круто. Я был молод, горяч, и мне казалось, это супер идея. А теперь ты старый холоден. Не, я уже думаю, это уже отжило свое, как бы, и уже никем это не удивишь, ничего никем. Хорошо, вернемся к тебе настоящему. 2020 год, ты предприниматель, достаточно успешный, мы об этом более детально чуть позже поговорим, но сейчас хочется понимать, с чего ты начинал. Вот ты закончил я с шоу-бизнесом, скажем того, так. Я начал с того, что вообще у меня долгая борьба происходила с тем, что вообще как уйти из шоу-бизнеса, потому что ну, я уперся конкретно в потолок, потому что у меня уже было свое заведение, там я был учредителем и директором. И, во-первых, ну я практически все сделал в этой нише, делал самые крупные фестивали, самые крупные привозы там за Уралом, ну в самом большом статусе, я понимал, что дальше все, дальше мне надо ехать там Москва-Питер покорять, что-то масштабироваться, там думать за границу, но у меня уже таких, ну как бы, целей, задач, я так скажем, за 15 лет в хорике и ивент-индустрии, ну уже для меня стало все циклично, ну то есть одно и то же, и я очень долго пытался из этого вырваться. В итоге было принято мной такое серьезное решение было. Я продал вообще все под ноль. Абсолютно все. Купил на эти вырученные деньги, там, на сохраненные, на накопленные активы. Купил дом, переехал и полгода ходил вот так кругами. А так как я очень такой достаточно ну, импульсивен, мне постоянно надо куда-то девать свою энергию, я ходил кругами и думал, чем заняться. Только не назад в клубы. Чем заняться? Потом в обратную сторону ходил по периметру. Это заняло мне полгода. В итоге я занялся проектным инвестированием. У меня уже друзья-партнеры, опять же, с кем был до этого СНОП, уже давно занимались займами и проектным инвестированием. Ну, пришел к тому, что мне это интересно, появились первые там какие-то активы, я просто влился в это. Моя задача была оценивать проект, оценивать бизнес, который приходит у тебя просить займ, либо там он обеспечен или нет, и задача была его ликвидности, то есть понять в конце дороги, насколько он монетизируется, какая ликвидность в случае того, что если собственник захотел выскочить, ну, поднял руки и сказал, все, я не хочу, я наигрался в бизнес. Нужно понимать, куда дальше это делать, то есть сами вникать в этот бизнес, продавать его, а что из этого оборудования продается, то есть абсолютно всю раскладку, ну, и за 3,5 года я научился мыслить так быстро, ну, насквозь видеть практически все нюансы, все факапы и понимать вообще, нужен бизнес этому миру, надо вообще на него тратить свое время или нет. Соответственно, после того, как я прошел уже так эту стадию, я там тоже заработал определенное количество денег, но большой опыт заработал на самом деле, я стал понимать вообще, в принципе, все направления бизнеса, он стал как спорт. Реально. То есть их, в принципе, для меня 10 ниш. Все остальные, они примерно либо к этой ближе, либо к этой. Ну и все. Дальше начал свой путь и понял, что, в принципе, мне нравится IT. То есть, в принципе, можно делать все то же самое, заниматься проектным инвестированием, но это делать не офлайн, не вот здесь, не на уровне Новосибирска, там, Москвы, когда тебе приходят, а делать это по всему миру. Соответственно, все, что масштабируется, все, вот все теперь этим стал заниматься. И многие, опять же, там, когда я начал там, года 4 назад этим заниматься, мне крутили у виска, да зачем тебе это надо, сейчас все смотрят, такие, а как у тебя вообще это все получается? А что, а чем ты занимаешься, расскажи, все начинают обратно собираться в эту кучу. В общем, ну, достаточно интересный путь. Очень много летаю за границу сейчас, ну, сейчас, естественно, никуда не летаю, но последние, наверное, 2,5 года. Снова ходишь вокруг дома. Да. Я, ну, практически 50% времени проводил в воздухе, вообще летал по заграницам. Опять же, все связано с разными направлениями бизнесами. Ну, в общем, я расширил, во-первых, свою экспертность, расширил вообще круг знакомств свой. Теперь он у меня по всему миру.
Ну и опять же, моя медийность там старая, она очень мне пригодилась, потому что вплоть до каких-то выставок высокотехнологичных приезжаешь в Москву просто на что-то посмотреть, как люди делают, тебе один-второй стенд, такие: о, ты же тот чувак с Новосибирска, точно-точно, мы с тобой в шаттле тусовались, блин, я вспомнил, а вы что делаете? Блин, а у нас такой проект, смотри, у нас здесь то-то-то, мы уже там $500,000 себя инвестировали, такой... Да? Ну и с этого, то есть я начал встречать там в Питере, в Москве, в каких-то других городах просто людей, которые меня знают так или иначе. Ну и, соответственно, они видят, что я уже давно поменял вид деятельности, то есть они понимают уже какую-то экспертность, что я понимаю там в экономике, понимаю, как строить финансовую архитектуру. Ну и, соответственно, здесь уже получаются какие-то коллаборации, идейный обмен идеями, обучениями. В общем, очень интересно, мне нравится на самом деле. Я вообще прям в таком комфорте сейчас нахожусь с самим собой и с происходящим. Что, ну, в общем, как-то так вкратце. Ну, смотри, давай так, хочется тебя услышать маленький совет. Скажем, 3 совета. Ты предприниматель, который начинал с нуля. Да. Дай 3 совета. С минуса даже. С минуса. Да, да. Даже ну, так? Первое мероприятие, которое я организовал там, в 2011 году, минус 700 было. Это был первый опыт. Я только хотел у тебя как бы советов попросить, но теперь понимаешь, что сложно делать этого. Так это самая жесткая мотивация, которая есть, когда ты провал. Берешь на себя. Нет, не провал. Не называй это так. Это твой опыт. Но я для себя считаю, что я купил безумный опыт. Я купил себе опыт, я купил себе статус. Люди увидели во мне лидера. То, что я могу решать нерешаемое. Я даже для себя тогда, на тот момент, не думал, что я могу вообще, ну то есть вообще все это сделать так и привести к чему-то разумному. Оказывается, это не для потолка. Потолок был в тот момент. Это самое начало. Это был пол. Ага, хорошо. 3 первых шага. С чего нужно начать предпринимательство? Не бояться. Не бояться. Вот это самое основное. Вот как в тот момент, вот ты становишься предпринимателем, у тебя всегда есть какая-то идея, чем бы ты хотел заняться. Это называется любопытство. И вот когда у тебя есть страх, а что если не получится, а что если я лишусь денег, что если я прогорю? И вот это называется весы. И когда твое любопытство перевешивает твой страх потерять, тогда ты идешь вперед, тебя вообще ничего не остановит. Вообще не важно, есть у тебя деньги, есть у тебя связи. Вообще, дорога идущему это называется. То есть ты можешь абсолютно с нулем компетенции начинать, как у меня получилось так же со старт-маркетом. Я в блокчейне вообще ничего не понимал. Но я начал этот путь, и через шаг ты уже что-то начинаешь делать. Через 2 ты уже начинаешь разбираться. Через 3 ты уже что-то сделал. Через 4 люди это видят и приходят к тебе как эксперт и говорят: помоги нам сделать то же самое. Поэтому ну, здесь шаг первый решает, то есть не бояться. Шаг первый, не бояться. Шаг второй? Шаг второй, это то же самое, не бояться вообще. Но я для себя брал, опять же, мотивации такие. Я брал, так как вокруг меня там существует всегда команда в разных проектах. Команда же на тебя смотрит. И ты, когда на себя берешь чуть больше в следующий раз, и такой, и на импровизации, получится, нет, ну надо сделать. Ставишь себе задачу, на тебя давит морально твое окружение, потому что ты всегда на ступеньку выше, на тебя равняются. Тебе это не дает падать, тебе нельзя, для тебя шикарно слишком проиграть. То есть они могут разойтись по домам и сказать: мы наигрались там, все, я перегорел, я пойду завтра там, я не знаю, свое дело открою. Тебе так нельзя сделать. И поэтому это одно из стимулов взять на себя чуть больше в следующий раз. И оно тебя выталкивает, потому что ну, у тебя есть теперь обязанности. Обязанности там, неважно, там, перед проектом, перед людьми, те обещания, которые ты дал. Это очень важная вещь. Ну, то есть это мотивационно, по крайней мере, для меня важно. Это Окей. сыграло ключевую роль. Хорошо, шаг первый – не бояться. Шаг второй – не бояться. И дай угадаю. Шаг третий – не бояться, естественно. Вообще ничего не бойтесь, верьте в себя. Вообще даже никого не слушайте, даже родителей свои не слушайте, если они говорят: блин, ты не такой, у тебя не получится, мы вообще хотели, чтобы ты музыкантом был. Окей, я если буду музыкантом, только лучшим, но потом пойду заниматься своими делами. Так, договорились? Чего вы хотите? Я, чтобы был музыкантом, все, вот я научился на пианино играть. Все, довольны? Все, я пошел математикой заниматься. Хорошо, смотри, ты занимаешься стартапами, а на своей странице в Инстаграме мы нашли тебя, это было несложно. Указано, что ты инвестируешь в проекты порядка 10 миллионов. Сейчас уже больше. В год или в месяц? Нет, каждый... в один проект. В один проект, да. То есть инвестиция в один проект порядка 10 миллионов рублей. Сейчас уже в некоторых прогнозах до 100 будет доходить. Вот, до 100 миллионов. В ближайшее время, да. Угу. Какие проекты, может быть, назовешь, уже есть за плечами? Проектов очень много, многие в разработке, многие еще пытаются интегрироваться по рынку. Они абсолютно разные. Они от высокотехнологичных, как верификация данных, там, перенос в облачное хранение, так и обычные в офлайне. Последний из проектов, который приходил, это «Умный город».
когда ребята просто хотят под датчиком, но они не хотят, они уже на самом деле, у них есть МВП, и мы, кстати, работаем с проектами, только у которых есть минимально жизнеспособный продукт. Это те люди, которые повкладывали немножко в себя денег, походили по рынку, пощупали его, поняли, где его монетизация, свои ошибки, посрезали косты, там стоимость чуть-чуть оптимизировались и пришли такие, блин, нам теперь надо денег, мы теперь знаем, как эту машин-модель расширить, там, мы вложили, так скажем, 10 миллионов, она показала, что там она выдает нам сейчас оборот там полтора. Соответственно, если мы вложим 100, она там будет выдавать нам 15. Uh-huh. И кому это, в принципе, привлекательно, может заходить, ну, и понимать, что да, этот проект продам. Сейчас ребята вот у нас пришли, переоцениваем последний проект, это как раз они собирают данные с счетчиков тепла, электроэнергии, до всего, чего возможно, и передают их по протоколу, по каналу, по радиосигналу на типа вышки, типа GSM-овских, которые потом, вот наша задача как раз у, как у стартап-студии старт-маркета, дописать всю обвязку, чтобы это мобильное приложение было, сделать диджитал-маркетинг, всю архитектуру заложить в это приложение, чтобы вам потом, как потребителю конечному, экономить свое время, для того, чтобы ты не снимал эти показания счетчиком, не фотал, там, в общий чат ТСЖ своего не скидывал, не ходил, ничего не сравнивал, просто в мобилку зашел, посмотрел, за горячую воду 5 рублей, там, за это 15, за это оплатить. Просто одним нажатием, привязавшись к карте, просто сэкономил свое время, то есть час времени в месяц мы тебе можем экономить. Uh-huh. А, соответственно, есть сегменты рынка, в котором людям ну, час беготни, они, ну, вот я не понимаю, зачем я должен бегать этот час, я могу быть полезен в другом месте, это реально. И заплатить там 30 рублей, вот она монетизация, там 50 центов, за то, чтобы это приложение у меня было, да, я вообще 10 давайте, я согласен. То есть слушай, это одно из направлений, очень много. Возможно, кому-то сейчас станет интересно, а может быть уже стало, как на тебя выйти, с кем связываться, как вести можно с тобой… Можно смело писать мне в Инстаграм, но опять же пишите, если у вас не просто есть идеи на уровне, типа я сегодня проснулся и, короче, решил, что вот я буду заниматься каким-то бизнесом, у меня там всего 100 тысяч рублей. Нет, не обязательно иметь даже финансовую подушку, нужно свою идею, свою гипотезу оттестировать уже на рынке, то есть… Понять, как относится к ней рынок, нужна ли она потребителю, какие боли закрывает, и показать ее хотя бы минимальную эффективность, что она отработала. И вот эта модель, действительно, ребят, смотрите, это дает что? Во-первых, нам дает это и инвестору, который к нам заходит, опять же, у нас двусторонний трафик. С одной стороны заходят проекты, с другой стороны заходят инвестора. Мы еще инвестируем сами, как агентство. Мы делаем эту всю юридическую обвязку, даем инструменты, в общем, там дальше в технопарк, технопром. То есть дальше мы уже работаем с этими инструментами, но что дает, когда у тебя есть МВП, вот этот минимально жизнеспособный продукт, ты уже повкладывал в себя, ты болеешь этим продуктом, ты мотивирован, ты его просто так не бросишь. На уровне, когда у тебя есть идея, ты пришел, рассказал, мы реализуем твою идею, инвестор реализует твою идею, и ты опять же можешь наиграться в нее и сказать, ну я все, я не хочу, я передумал. Что-то так сложно, оказывается, столько всего делать, не спать ночами надо, переживать, руководить командой, там целые направления, там эшелоны, администратирование, я за все это отвечаю как идеолог. Не-не-не, я все, я пошел. То есть это частная история, на самом деле люди думают, что мне достаточно идей. Ни хрена, надо столько еще работать до реализации хотя бы этой МВПшки. Поэтому мы работаем с людьми, которые уже в себя вложили, понимают, что силы потрачены уже достаточно серьезные. Для нас это мотивационная сторона. Мы понимаем, что человек просто так или проект не убежит. Соответственно, дальше мы его забираем себе, разбираем его там на детали, смотрим все подводные камни, понимаем, можем ли мы его перепродать дальше. То есть на самом деле существует очень много выходов из ситуации. Мы можем тебя раздуть, ну то есть масштабировать, показать, что твоя модель достаточно прибыльная, перепродать ее там в Москву фонду, в Европу куда-то фонды, в Америку. Ну, грубо говоря, готовый уже продукт. Это на поглощение ты пойдешь. Это называется экзит. То есть успешный экзит – это выход, когда тебе говорят, дядя, там, вот тебе 10 миллионов долларов и самолет на Новосибирск вот здесь. Ты говоришь, круто, я согласен, да, да, все. Во сколько? В 12-15? Соответственно, второй вариант – это когда ты идешь весь путь до конца. То есть неважно, ты там на разорении, ты все это переживаешь, вылазишь, в итоге продукт твой стартует, и ты потом на дивидендной или на опционах живешь там. Ну, многие проекты, на самом деле, я знаю ребят, которые по 4-5 лет просто колесят по всему миру, на самом деле. Ну, некоторых есть возможность кучу проектов еще делать, но они почему-то выбирают себе путь там какой-то такой затяжной, знаешь, на 4 года там по дауншифте где-то поездить, там дивиденды какие-то капают, они балдеют. Ну, опять же, в зависимости от… есть люди, которые вообще не любят общаться с другими людьми, закрытые достаточно. И таких вот в IT особенно очень много. Ну а пришел, как бы я уж сразу договорю к этому, на самом деле я до этого инвестировал, так скажем, все время, все деньги в себя. То есть открывал что-то новое, у меня это не получалось, я это сохранял как опыт для того, чтобы в следующий раз там какой-то бизнес или направление начинать намного быстрее, либо там с кем-то вместе объяснять, ребят, давайте здесь вот сделаем вот так, я уже там был, там яма, точно не надо в нее прыгать. И потом я в один прекрасный момент
посмотрел компанию Рунет, это группа компаний, в которую входит Яндекс. И очень долго за ними наблюдал, потому что мне эта тема близка была, но не до конца понимал. И вот в группе Рунета Яндекс сфокусировал, они были в 2016 году миллионерами долларовыми. За 4 года они стали миллиардерами. То есть у них капитализация сейчас там за 40 миллиардов перевалила. И за 4 года от миллионеров к миллиардерам, ну это достаточно быстрый такой прыжок. Конечно, бывает в IT и быстрее, но я почему, это русская компания, было все четко понятно, ее структура. Они в один прекрасный момент перестали вкладывать в себя деньги. Кажется, ну надо масштабироваться, надо сильнее, агрессивнее заходить на рынок, вкладывать. Нифига, они взяли все деньги, которые у них были, и пошли проинвестировали 187 индийских стартапов. Какие-то завалились, какие-то дали хорошую маржинальность, но в итоге они получили такую колоссальную подушку. Во-первых, 187 проектов, в которых они направления вникали. Представляете, сколько ниш рынка, они понимают теперь, как работают. Какие плохие, какие хорошие, которые дают, которые нужны людям. Какие, то есть они такой опыт оттуда забрали за 4 года, колоссальный. Плюс вот такой мешок с деньгами. Они вернулись с этим буфером на российский рынок, с этой экспертностью, с дикой причем, компетенцией по рынку во всех направлениях. И в один год началось Яндекс.Зен, Яндекс.Алиса, Яндекс.Такси, Яндекс.Доставка. И все, все возможно Яндекс. Представляешь, даже на сам маркетинг, на продвижение, на рекламные кампании, сколько бюджета уходит, ну для да, того, чтобы просто зайти на рынок о том, чтобы ты узнал. Соответственно, в 2019 году они уже стали миллиардерами и по срезу на конец года самой убыточной компанией. Но срез этот берется в год, потому что они весь год, те деньги, которые тогда заработали, они их просто безбожно тратили в рынок. Соответственно, они сейчас хотят занять эту нишу, в которой, ну, если ты сядешь на одно приложение, ты же понимаешь, что если ты к нему привык, у тебя уже есть такая, ну, психологическая привязка, тебе неохота менять его на другое. И они заберут этот рынок. И опять же, вот эти опционы и долгие дивиденды в ближайшие десятилетия они заберут. Я посидел, посмотрел, думаю, наверное, хватит своим опытом личным там вкладываться. Нужно, наверное, собирать эти идеи, которые вокруг тебя ходят. И многие люди, ну, не способны на такие резкие решения, там, как я. А я понимаю в себе силу, но для меня это ничего не стоит. Я думаю, надо, интересно. Ну, о чем мы сидим, пошли делать. То есть я, ну, сам по себе такой. Я беру этот проект, я понимаю, что я могу его продать. Я говорю, стой здесь, я сейчас приду. Переупаковываю его, собираю, говорю, смотри, как это может быть. И все, и вот здесь наступает вау-эффект. И говорит, блин, а я не думал, что так можно. Соответственно, ну, когда мы пришли, мы уже доросли. Опять же, это что было, 3,5 года назад, 4. Мне тогда тоже говорили в начале пути, непонятно, зачем все это надо. В итоге мы дошли до резидента технопарка. Сейчас мы уже на третьей сессии заключительной, то есть мы последний раз защитимся и получим статус резидента технопарка. И внизу в технопарке, то есть, ну, резидентство там, это, скажем, там высший эшелон, да, который видит все проектное финансирование, который заходит все проекты туда. А внизу бизнес-инкубатор. Это маленькие проекты, как раз вот те, у кого идея родилась, такая, типа, без МВП, просто у меня есть идея. Вы можете прийти во старт в Академгородке, в бизнес-инкубатор, заплатить какую-то номинальную стоимость, и в бизнес-инкубаторе вас научат, как работать с рынком, как работать с продуктом, вообще нужен ли ваш продукт. Вы поймете всю эту воронку, наверху вы выйдете уже более-менее, ну, с вниманием, с мозгами, и понятно, что будет делать с вашим проектом, а сверху мы… Уже которые имеют компетенции, своих инвесторов, свои продукты, свои вообще направления и понимание. Мы смотрим, так, тебя можно вот туда продать, к примеру, там, или туда, или не нужно. Хорошо, я желаю, наверное, успехов тебе. Спасибо. Как минимум в этом начинании. Спасибо большое. Я просто смотрю на вот эту огромную команду, которая здесь сейчас за камерой находится, как они там все обомлели, пока тебя на самом деле слушали. Но я хочу затронуть еще одну тему. Давай, давай. И эта тема, как говорится, уйдем из бизнеса в политику. Вот так. Я и назвал. Я в завязке, в капитальной. Мы, Слава, в курсе. Ты баллотировался в депутаты. Ну, мало того, что я еще и провел 4 предвыборных кампании, они все были успешны. Ну, ладно, одна завалилась. Ну, второе место, как бы, ну, я не знаю. Окей, а почему не стал, что пошло не так? Слушайте, ну не буду хайть там наше государство, да, очень долго, но я разочарован очень сильно на самом деле. То есть я такие манипуляции там производил, в общем, я был от помощника политтехнолога, и сам политтехнолог был в своей предвыборной кампании, и был и кэшменом, и переговорщиком. Я, в общем, все стадии политических вот этих вот интриг прошел. Ну, во-первых, это морально тяжелая работа, когда ты сам хочешь стать. Ну, допустим, мне округ достался один из самых таких, где электорат твой... Ну, много посидельцев, очень много. Сколько бабушка-то обманула? Слушай, да, дело даже не в обмане бабушек. Дело в том, что эти люди действительно приходят к себе с реальными проблемами, реальными.
вплоть до того, что там есть человек-инвалид, она говорит, мне нужно на него доверенность получить, там жена его говорит, надо на него, чтобы я пенсию получала, я учитель, и мне надо за ним и ухаживать, учить я не могу. И ты понимаешь, что тебе надо решать этот вопрос, помогать этим людям, а их тысячи, и они все к тебе идут, и ты один, и они не понимают твоих мощностей, они понимают, что ты тоже человек, и они тебя так этим загружают, что я приезжал там, ну не знаю, я уезжал в 8 утра, приезжал в 11 вечера и просто молчал. Я реально вот эти полгода своей личной предвыборной кампании, я просто с 11 вечера молчал час. В 12 я ложился спать, и в 8 утра у меня опять начиналось. И я вам так скажу, что я пришел, во-первых, я очень благодарен, что я не выиграл. Я проиграл на самом деле 2 голоса кандидату, который там уже 2 года сидел на этом месте, то есть 2 раза переизбирался. Для меня это результат личный внутри себя. Я понимаю, что я туда вернусь, и как бы если мне надо будет, я там сделаю намного больше даже, чем в прошлый раз. Но спустя года тем, что, чем я занимаюсь, тем, с какими людьми общаюсь, в каком сообществе я там... Вообще, как я переосознал этот мир, во-первых, увидел очень много за границу, видел умные государства, как организованы. Я вернувшись, я перекрестился, сказал, слава богу, что я туда, я бы сейчас, у меня бы срок как раз заканчивался, то есть мне вот 4 года от мандата, бы сейчас я бы просто бы из АБИ приехал бы к вам такой бы и рассказывал за какое-то там озеленение или за КамАЗ, который там щебенки не смог бабушке там привезти. То есть, ну, это совершенно другой уровень, я даже не знаю, как их сравнить. Я для себя сейчас четко понимаю, я вижу те государства, которые реально эффективны, я для себя понимаю, что любую вот эту государственную машину нужно нанимать туда как топ-менеджеров, прям за деньги. Прям вот просто, говорит, ты неэффективен, до свидания. Давайте мы ищем кандидатов 10, ты их нехороший, ты плохой, у тебя нормально все, давайте я попробуем. Испытательный срок только так, тогда что-то будет меняться. Но опять же, я вряд ли уверен, что это будет у нас. Я вам на примере, не буду даже страну называть, сейчас, да, после пандемии, особенно хорики, и вы здесь тоже все из хорики, вы понимаете, как сильно эта ниша просела. А сейчас, когда уже, ну, расконсервация, так ее называем, происходит, в некоторых странах выдает государство купоны на то, что там 50 евро, 30 евро гражданам, чтобы они ходили в определенные рестораны. Для чего это сделано? То есть это настолько вот, настолько умный ход, он заставляет что делать? Первым делом государство, особенно СМИ постаралось, напугало всех ходить в рестораны. Еще до того, как началась, ну, уже конкретно изоляция и карантин, люди уже стали опасаться заведений. Просадка началась за месяц, за 2. Я даже разговаривал с учредителями, директорами наших заведений. Это реально случилось там после Нового года. Февраль-март, вроде бы еще нас не закрывали, но уже это все было. Что дает этот чек? Он дает, во-первых, человеку сходить, то есть... протоптать обратно эту тропу, дать трафик бизнесу. Бизнес в этом случае, даже если ничего не зарабатывает, ноль, он дает товарооборот, он дает работу следующим, кто привет муку, яйца, кто под него что-то делает, привозит, варит пиво. То есть начинается здесь взаимоотношение в товарообороте, оборотка. Здесь начинают люди ходить, другие люди идут на них. То есть это целая цепочка, они делают социальный маркетинг, который заводит оборот, товарооборот, это самое важное, даже не деньги, не маржинальность. И, соответственно, это все начинает жить, дышать, и я уверен, что они первые вылезут, у них у первых все в государстве будет хорошо. Что у нас делают? Ничего. У нас говорят... По 500 тысяч с каждого штраф взяли на площадь Ленина, показали нас в новостях по CNBC, сказали сибирякам вообще насрать, они там с медведями танцуют, то есть это реально даже в Евроньюс нас показывали. Я-то сначала думал, это закончится все, 24, 22, ну, Россия 24 и все. Нифига, я смотрю, то есть подписки по каналам, CNBC, Евроньюс, все американцы, европейцы, все на нас смотрят с такими глазами, естественно, что? Наказать, оштрафовать, потому что у нас нет государственных инструментов. У нас единственные инструменты – надзирать, проверять проверяющих, штрафовать. Нет ни одного лояльного инструмента говорить, бизнес, подыши, 3 года тебе даем отсрочки на то-то, здесь подыши, сюда сходи, вот тебе люди, вот тебе социальная реклама, ходите в рестораны. Ничего этого нет. Но есть угрожать, есть налоги, есть, ну ты понимаешь, да, инструментов даже, мне как, допустим, если бы я состоялся как депутат, у меня в руке не было бы ни одного инструмента сделать нашу жизнь лучше, ни одного, ноль. Или те, которые есть, они абсолютно неэффективны. Слушай, смотри, мы сейчас стоим на буквально в шаге уже от большого политического события, которое в нашей стране произойдет. Это будут голосования по Конституции. Девочки. Давай так, вот я тебе задам вопрос про честность. Хорошо. Вот ты человек, который участвовал в выборах. Да. Есть ли в стране честные выборы? Нет. А-ля голосование? Нету. Нет, давай нет. Уже не будем добавлять честно, тогда ничего. Нет. Спасибо большое, аплодисменты я прошу как-то наградить. Это было круто. Слушай, но это еще не все. Так.
Если ты сидел пока в гримерке, ты видел, да, что здесь происходило. Мы немножко мучаем своих гостей, дабы немножко разбавить серьезный тон наших отношений, назовем это так. Тебе сегодня предстоит немножко побатлиться. Побатлиться, скажем так, с историей из твоего далекого прошлого. Продиджи будете ставить. Продиджи ставить, сердючкой сводить. Нет, сегодня не об этом. У тебя будет оппонент, и прямо сейчас он находится в другом крае нашей студии. Мы сейчас посмотрим, это познакомим. Это имя, чего нельзя произносить, я его помню. Ты его помнишь, а я его знаю. Хорошо, все внимание вот туда, в тот край сцены. Сразу после мы с тобой, Слав, туда присоединимся. Пока что этого юношу зовут Герман. Давайте посмотрим, с кем тебе сегодня предстоит махаться. Остановись. А знаешь, в чем плюс выключенного микрофона? Возможно, мы сохранили пару жизней сейчас, да, и слуховых аппаратов. Знакомьтесь, друзья, это Герман. Герман, привет. Привет. Ты, как всегда, бесподобно выглядишь, молодежно и стильно. Герман, тебе... Привет из 90-х. Привет из 90-х, действительно. Тебе сейчас предстоит побороться с человеком, вовсе, наверное, далеко даже не из 90-х, скорее, это поколение 2000-х, прогрессивные ребята, которые сейчас очень успешны. И побороться в очень приятном соревнований вас не будет бить током, вас не будут макать в жижу и не заставят пасти коров. Вы будете вкусно кушать. Наверное, как-то так. Сейчас это все здесь появится. Давай сделаем шажочек назад, шажочек назад. Я приглашаю также сюда Вячеслава. Вячеслав, залетай к нам. Итак, один сюда, другой сюда. Собственно, что... Ты еще правильно поставил под себя. Перед вами находится замечательная вкуснейшая пицца, которая предоставлена нам нашими друзьями, нашими партнерами. Это Bar Point, который прямо сейчас эти пиццы делает вот так вот во все оружие, на все отдачу. Можно уже, конечно же, приезжать в Bar Point и на самовывозных условиях эти пиццы заполучить. Совсем скоро ребята обещают организовать доставку. Че, не терпится, что ли, тебе уже? Итак, задача будет простая. Мы решили, коли нам предоставляют все это на рекламных выгодных условиях, решили немножко вас кормить и каждый выпуск предлагать это делать новым гостям. И каким-то образом свести потом финальную таблицу с временными результатами. Задача не просто вкусно покушать на камеру. Как бы зачем людей томить? Задача съесть это максимально быстро. До конца. Целиком и полностью. Прямо сейчас я замолчу и дам вам возможность насладиться этим вкусным, ароматным и пока еще теплым блюдом. Все, по моей команде. 3, 2, 1. Начинаем кушать. Поехали. Понимаешь, вот это навык сворачивания шаурмы в руках. Все, слышишь, что ты делаешь с пиццей? Хорошо, кушай, я не отвлекаю. Так, немного с опозданием, но Герман тоже, я смотрю, переходит к нанотехнологичному поглощению блюда.
А время тикает. Между тем, время тикает, друзья. Вкуснейшая пицца – это Bar Point. Наши друзья предоставляют. Да, мы продолжаем кушать и делаем это. Я хочу грязи, господа, я хочу грязи, поэтому давайте, поглощаем. Мы ждем первых, пускай пока, но все равно самых лучших результатов именно от вас. Как пахнет вкусно. Вот я вот честно, слушай, а может в следующий раз меня не только бить будут, а пиццу мне принесут? На самом деле, я бы не отказался ни разу, нисколько. Кушаем, друзья, кушаем, приятного аппетита. Если вы сейчас находитесь у экрана своих мобильных устройств или лэптопов, может быть, планшетов, и что-то поглощаете, пельмешки или что-нибудь в таком духе, и вам тоже приятного аппетита. Я думаю, аппетит у вас сейчас разыграется. Будь здоров. Хорошо, мы кушаем. Мне даже интересно, на фоне чего мы это делаем. Ну, надеюсь, вы оценили наш саркастический поступок, да. Итак, пока что тут равенство какое-то, равенство... Вот так! Вот ты не видел, как едят хот-доги, мужики? Вот так вот. Их просто... Как бы главное все это запихнуть. Хорошо тут съесть. Смотри, он съел самое вкусное. Он выгрыз просто весь центр, осталось тесто. Но это еще не все. Надо доедать. Я думаю, что мы дадим еще минуту. Еще минуту вам на то, чтобы максимально поглотить все это прекрасное. А там уже видно будет. Нам нужно весы, наверное, еще какие-то завести, чтобы потом остатки недоеденные, если вдруг, могли еще и взвешивать. Давай. Знаешь, я сейчас буду как твоя бабушка в детстве, так чтоб все доел. Попку есть? Попку ешь, да. И попку тоже кушай. О, они сводят меня с ума, на самом деле. Очень все тяжело вот так вот стоять здесь и это все... Что такое тут? Ты поделиться хочешь, что ли? Он говорит, я ввиду определенных своих позиций и выборов попки не ем. Ну, это твое право, конечно же. Давайте, я буду считать до 5. Сейчас нужно сделать максимум усилий. 5, 4, 3, 2, 1. Остановились. Давайте похлопаем. Спасибо. Итак, Хьюстон, у нас проблемы. Хорошо, попейте водицы. Итак, собственно, мне нужно авторитетное мнение. Здесь вас очень много стоит, еще больше вас сидит у экранов. Весы. Тебе бы не помешали, да, весы. Хорошо, как пицца? Хорошо, что на тебе микрофона в этот момент не висит, честно слово. Он имел в виду, все классно. Окей, помогай мне, ты стоишь, смотришь. Да, Герман, погоди, ты успеешь это закончить. Разложи это, пожалуйста, так, как это должно было выглядеть. Okay, заели, он читерит. Читерит. Слушай, тут остались в основном одни корочки, а здесь еще, смотри, сколько начинки. Что делаем? Как поступаем? А? Поднимать руку победителя, Вячеслав, я поздравляю тебя с победой. Вот так вот, давайте похлопаем еще раз. Это был такой кулинарный батл здесь у нас. Надеюсь, пицца вам очень понравилась. Еще раз спасибо нашим друзьям и партнерам. Я прошу зафиксировать результат. Это результат 2 минуты 59 секунд. Он в дальнейшем мы разместим где-то здесь дощечку, где все это время будет указано. И каждый гость будет приходить к нам и кушать вкусную пиццу от бара. Point. Герман, спасибо тебе за пиццу, которую ты съел, и за песню, которую мы, дай бог, да не услышали, а огромное прямо тебе спасибо. Мы провожаем тебя, Слав, Вячеслав. Дайте салфеток. Салфеток сейчас дадим. Мы мало того, что дадим салфеток, мы тебе скажем огромное спасибо и отпустим уже дальше покорять просторы галактики. Спасибо большое, я возвращаюсь в основную студию, друзья, и мы совсем скоро продолжим. Ну что, друзья, снова здесь и снова я, возвращаюсь к вам. Очень много сегодня ребят, которые нам помогают, и я хочу вновь упомянуть одних из них. Это наши спонсоры, наши друзья, наши хорошие прям ребята, которые, я надеюсь, будут сопровождать наше шоу. И в дальнейшем это ODD Store, первый мультибрендовый концептуальный магазин одежды в Новосибирске. Если получится сейчас сделать какую-нибудь плашечку, и можно будет обязательно зайти к ним в Инстаграм, посмотреть одежду.
одежда действительно крутая. Крутая, сам ношу. Это в нем, собственно, вот этот стори. Собраны самые интересные трендовые вещи, которых нет ни в одном, друзья мои, ТРЦ нашего большого необъятного города. Ребята ждут вас в своем фирменном магазине каждый день с 12 до 8 вечера по предварительной записи, сами понимаете, ввиду каких ограничений находится это все в лофт-парке «Подземка». Подписывайтесь на инстаграм «Подземки», на инстаграм магазина ODD Store и следите за новостями. Ну а я с радостью уже традиционную рубрику хочу объявить и традиционно в эту рубрику пригласить своего хорошего друга, прекрасного человека, отца семейства большого, человека, чья стрижка не вызывает фантазий и эмоций. Сергей Лисовой, стендап-комик из Новосибирска. Прошу. Здорово, народ! Всем привет, здравствуйте! С вами стендап, я Сергей Лисовой. Попытаюсь рассмешить вас своими наблюдениями. Ну, во-первых, я заметил, что маски очень вплотную вошли в нашу жизнь. Сейчас буквально никуда без них, да, в том числе медицинские. Сейчас, чтобы купить маску, даже нужна маска. И мне нравится думать, что, глядя на маску, можно понять, какое у человека нижнее белье. Ну, во-первых, тоже на маску можно, глядя на маску, можно понять, что он уже не в первый день в ней ходит. Или каждый день ее меняет. И так же, как нижнее белье, можно охарактеризовать маски. Есть, знаете, такие боксеры. Это такие маски М3, где все в одной куче. Вот область носа и рта выделена. Мне кажется, такие маски подходят женщинам с накачанными губами, где все хозяйство, оно вместе. Есть, знаете, такие семейные маски. Они сшиты вручную из каких-то старых пододеяльников. Что-то такое цветастое. Ну, в них ходит вся семья, они такие просторные. И при неловком движении может даже второй подбородок выпасть в какой-то момент. Есть, знаете, маски-стринги. Они очень натянуты на лице. Это когда человек не угадал с размером, и видно только резинки. И маленький такой треугольничек в районе рта. Но больше всего мне нравятся люди, которые носят маски не для того, чтобы защитить себя или окружающих, а потому что они боятся штрафов. Ну, у них маска на подбородке, и штрафов они боятся, потому что у них копилку видно. Ну, вот они мне больше всего нравятся, наверное, да. За эту самоизоляцию я понял, что я очень люблю походы в магазин. Я женат и хожу в магазин чаще своей жены. Я прям радуюсь походам в магазин. Знаете, как собачка после команды гулять. У меня тоже есть эта команда, когда моя жена начинает на кухне что-то готовить, звучит команда типа... «Блин, Сережа!» И я понимаю, что мне нужно идти в магазин, я уже виляю хвостиком. И магазин находится недалеко от дома, я не беру с собой телефон. И иногда я забываю, что она меня просила купить. И в этом случае я смотрю на покупателей в магазине, пытаюсь от них оттолкнуться, понять, что мне нужно взять. Ну, никогда не смотрю на малолеток, потому что я ухожу с кока-колой и чипсами. Я смотрю на мужичков, которые вот эти, они челноки, они точечно ходят в магазин, так же, как и я. Стоят с сахаром, солью, с маслом. Ну и, конечно же, у каждого по баночке пива. Ну что, они на сухую будут ходить? Ну, Марин, ну ёмано, ну ты что, ну берега-то, Витя. Я за сахаром, что тебе, просто так ходить буду, мне ну, пивасик-то взять надо. Знаете, я недавно смотрел фильм, и там один мужчина своей жене говорит: «Ты для меня как непрочитанная книга, каждый раз что-то новое». Я думаю, ну ты это кому говоришь? Ты жене своей это говоришь? Ты что, ты по слогам читаешь? Ты вообще кто? Ну просто для меня вот жена моя, ну это скорее как вот дорогие ботинки, знаете, которые уже сколько лет ты бы их не надевал, все равно мозоль натирает. Если говорить о книгах, то моя жена — это скорее книга, где я перечитываю каждый раз абзац, потому что я ни хрена не помню, что она мне говорила. У нее каждая история вот это: «А ты знаешь, что с моей подружкой случилось? Бла-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 ла». Я не знаю. Это все равно, что вот мы, знаете, работали бы с ней на заводе по производству матрешек, где она бы делала матрешки, рисовала их, а я просто наблюдал за конвейером, где они вот так по 200 штук в день мимо меня проезжают. Потом она подходит ко мне и говорит: «Сережа, а ты помнишь матрешку номер 51? Ну такая, она смугленькая такая. У нее еще, вот ее купил мужчина из Испании, увез ее в Европу, из нее еще вылезла парочку матрешек, и у нее еще инстаграм интересный». Ну, конечно, я ни хрена не помню.
Потому что, чтобы я слушал твои истории, они должны начинаться с фразы «Хочешь разъеб?» И я такой: «Да, конечно хочу, давай рассказывай». А не с фразы «Представляешь, что мне Маша сегодня выдала?» «Что? Что ей неправильно сделали шеллак?» Ну, мне это не интересно. У нее, скорее всего, история — это какая-то мелодрама, какая-то романтическая комедия. Мне нужен триллер, понимаете, такой с нелинейным повествованием, где типа, представляешь, Маша просыпается вся в кокаине, в горе мужиков, просто на ней стропон. Она в Сбербанк онлайн перевели 50 тысяч рублей, типа, за 24 часа до этого. И я такой: «Да, все, я готов. Я подписан на все твои истории. Рассказывай мне их каждый день». Только в этом случае. Но у нее скорее это что-то жили-были, ели-пили, ля-ля-ля, сю-сю-сю. Мне это не надо. Знаете, я задумался недавно, что вот, мне кажется, пенсионеры, они не совсем правильно понимают словосочетание «группа риска». Они как будто бы думают, что мы в группе риска, мы должны прям рисковать, мы должны прям быть на острие атаки с вирусом. Ну потому что до пандемии ко мне так близко в очереди в магазине пенсионеры не прижимались. Я понимаю, что много из них кто одинокие, но это же опасно, я же могу и возбудиться. Ну и знаете, в очереди я с одной бабулечкой, я старался соблюдать дистанцию, она ко мне прижималась, я отходил, она еще ближе, я отходил. Мне охранник говорит: «Молодой человек, у нас вначале нужно купить товар, а потом уже уходить из магазина». Я говорю: «Понимаете, я вот с бабулечкой соблюдаю дистанцию». И она такая: «Ну вот это вот, знаете, бабулечья, вообще-то у меня даже внуков нету». Ну и мужичок лет 50 сзади нее говорит: «Мама, ну скоро будут, я обещаю». Ну, у меня, к примеру, еще есть две бабулечки во дворе, они прям вот гуляют на улице в час пик. Среди малолеток что-то ходят с ними, там на скейтах катаются. Одна у нее голову покрасила в голубой цвет, другая в розовый. Я думаю, ну вот, Харли Квинн с раздвоением личности просто под старость лет. Я это не говорю к тому, что типа пенсионеры, они плохие люди, они не соблюдают самоизоляцию. Я говорю скорее это потому, что... Ну, они же не от хорошей жизни выходят на улицу, стоят в очередь, идут покупать продукты, потому что, видимо, не справляются волонтеры. И я хочу вам сказать вот что. Если вдруг в вашем районе или в вашем доме живет пенсионер одинокий, придите к нему и спросите, возможно, ей нужна помощь. Вы купите ей продуктов, принесете ей домой. Ну, к примеру, вот моя жена, она стояла в очереди в магазине не так давно, и перед ней стояла бабулечка, и она у кассирши спрашивала, говорит: «Скажите, пожалуйста, а вот эта зубная паста стоит 46 рублей?» Кассир ей говорит: «Нет, 120». Он говорит: «Эх, как жалко, мне так хотелось мятную пасту». Ну, и моя жена думает: «Ну, надо, наверное, купить ее». Ну, и купила. И что я хочу сказать, дело прошлое, паста реально классная, мятная паста просто супер. Друзья, всем респект, хорошего вечера. Ну что, друзья, замечательно, немножко такого материала послушали, который легко воспринимаем, скажем так, очень приятно. Спасибо большое, Сергей Лисовой, вот так вот тебе лично аплодисментов подарил, и надеюсь, всем понравилось. Ну а мы едем дальше, это по-прежнему шоу «Трёпка», и мы подобрались к самому вкусному. Подобрались к самому вкусному, потому что прямо сейчас здесь, в моей студии, появится человек таланту, человек музыки, человек правильного сложения строчек и стихов, назовем это как-то так. В общем, узнаем прямо сейчас. Ростик Трапин, вокалист и один из участников группы Куш Лаверс, который я так обожаю. Прошу, прибегай, где ты есть, Ростик. Привет, 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 салют, привет, привет, салют. Привет. Как тебя пропустили через металлоискатель, мне интересно. Хорошо, привет, пацаны, привет, привет, привет. Ростик, я так... Кто из вас Ростик? Да, это ты, Ростик. А кто с тобою? Это Никита. Это Никита. Хорошо, а кто Никита? Никита мой друг. А, все понятно, ну, Карис хоть не с парнем пришел. Ну да ладно, хорошо, слушай, Ростик, куча вопросов есть к тебе. Во-первых, поздравляю. Поздравляю, то, что вы делаете, заходит. И это очень круто, если вы слышали.
треки коллектива Кушлаврос, обязательно лайкосик где-нибудь поставьте. Расскажи о себе, о своей музыке и о том, кто вы такие, коллектив Кушлаврос. Да, коллектив Кушлаврос состоит из меня и еще одного парня, моего друга Кирилла. Вот, он, к сожалению, сейчас в Москве. Вот. Все, кто сейчас в Москве, к сожалению, да. Ну да, типа того. Вот. Ну, просто в 2017 году мы с ним познакомились. Он занимался музыкой, увлекался. Я тоже занимался, увлекался музыкой. Мы искали себя, искали свой стиль и решили просто вместе опробовать. Вот, начали записываться как-то маломальски там-сям, и вот решили сделать группу под названием Кушлаврос. Вот. Хорошо. Сколько альбомов у вас уже? Вообще, есть альбом, записанный материал? Да. У нас, по-моему, 2 альбома. Мне нравится. По-моему, 2. Мы просто их за неделю по 3 штуки хреначим. Ну, по-моему, пока только 2. Мы только вчера просто начали. За 2 недели написали альбом. Это очень быстро, очень быстро. Хорошо, а сколько скачиваний в интернете? Давай так, возьмем популярные порталы. Я не знаю, блин, вообще не шарю за эту тему. Ну, короче, есть вот такой золотой диск, типа от лейбла там дают золотые диски, там сколько-то там миллионов, миллиардов, я не знаю, прослушиваний, скачиваний, там все вместе в совокупности, когда считается. Вот такая штука дома где-то валяется. Да, так не должна она валяться дома. Дома она должна, тебя просыпаешься, и вот она перед тобой радует тебя каждый день. Хорошо, слушай, мы сейчас находимся в лофт-парке «Подземка», где тебя на самом деле очень многие знают. Очень многие знают, и я хочу объяснение от тебя следующего момента. Здесь, в «Подземке», ты работал в бургерной, а уже буквально оп-оп и... концерт в Лужниках. Расскажи, как так получилось? Ну, блин... Просто готовил котлеты, жарил, там, мариновал курочку, вот. Потом что-то надоело и решил, что пора что-то менять. Начал больше заниматься музыкой, жарить, но уже не котлеты, то есть... А танцполы. Да, 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 типа того. Вот, ну и как-то так завертелось, что был День города Москвы. Он, по-моему, в конце августа или начале сентября. Ну и нас там позвали выйти, привезли. Там было, короче, много народу очень. Я прям офигел. Вот. Ну, было прикольно. Типа, интересно. Хорошо, сколько... Вот смотри, Лужники. Ага. Лужники. Это вот там это все проходило, да? Это огромная толпа народу. Это большой общегородской праздник. А нигде ничего не тряслось? Нет, не переживали? Сразу вот такой... Ну, вообще, как бы, всегда мне вообще пофиг было, ну, на сцене, то есть быть, как бы я с детства как-то получал, что выступал, и поэтому мне было пофиг. Но это был первый раз, когда, ну, и мы пришли, и говорят, тут 70 тысяч человек сейчас. Я такой, блин, что-то много. Мне кажется, многие задались какими-то разными вопросами. Ну, блин. Чё-то много. Ну, типа, самое страшное даже не то, что там так много народа, а сколько людей подпоют тебе, потому что выходили всякие разные чуваки, и кто-то, например, как вот наш друган Женя Верби, то есть его там, ну, все знают треки, то есть все подпевают, это круто, когда ты чувствуешь отдачу. Но, типа, иногда там какой-нибудь Вася просто выходит, и все такие... Типа, кто это? Вот. И было непонятно, будет так или вот так. Uh-huh. И что в итоге получилось? В итоге они знали трек. Они знали трек, знали. Да. Мы были завершающие, заключающие, получается, артисты. И да, они подпевали. То есть у нас же там еще маты в треке. Но на День города... Ой! Да, да. На День города масса не... типа, ну, маты нельзя, соответственно. И мы запикали, но люди, они кричали это. Они типа знали это слово. Запрещенное. Запрещенное. Слушай, есть у меня вопрос из чата, прислали мне, я сейчас тебе его озвучу. Вопрос к тебе, Ростик, спрашивают, почему рэп, а не поп или какие-то другие жанры? Ой, да я вообще на самом деле не делю сейчас по жанрам. То есть все, что сейчас делается, все это типа называют рэпом. То есть, но рэп это уже давно поп на самом деле. Поп, популярная музыка, то есть все чарты в рэпе. То есть... Это все, однако, это масса. Все поп. Классно. Вот так. Слушай, вот ты, я так понимаю, сейчас ну, на постоянке в Новосибирске находишься. Да? А выходишь на улицу, часто узнают?
Ведь известность, она такая штука, она вот, скажем так, свалилась, и с этим как-то нужно жить. А как живешь? Часто ли это происходит? Автографы, я не знаю, ну, автографы сейчас нет, наверное, больше просят селфи, да, сделать это. Более популярная, актуальная история. Как с этим живется? Да, пофиг, типа, иногда узнают. Ну, я просто пешком редко хожу, то есть я обычно езжу, вот, и, ну, на метро? Нет. Вот, ну... Ну, метро давно не было. Сейчас, тем более, коронавирус, что там в метро, лучше не суваться, мне кажется. Mm-hmm. Вот, но вообще, ну, через раз узнают, кто-то подходит, там, фотается, там, просто... Ну, обычно не фотаются, говорят, типа, когда новый трек? То есть, не без привет, без... Когда новый трек? Даже не здороваются. Я говорю, ну, а, типа, один раз был момент, что, чувак, у меня трек в этот день вышел, он говорит, когда новый трек? Я говорю, да вот, типа, вышел. Он говорит, и все. Ну, так можно сразу определить, кто следит, а кто просто, типа, подошел, типа, я в теме. Ага, хорошо. Что сейчас в творчестве? Ждать ли каких-то релизов, премьер в ближайшее время? И чего просят сейчас слушатели? Чего хотят? Что хотят? Ну, сначала, наверное, отвечу на вопрос. Определенно ждать. Мы с моими ребятами, с моими типа пацанами... Работаем очень много над материалом. То есть мы постоянно, каждый день пишем музыку, очень много музыки. То есть, и, ну, чего-то ждать определенно нужно. И я думаю, это чего-то будет очень скоро. Вот. Пока без какой-то конкретики, но мы работаем. Хорошо. Слушай, ты разбираешься в музыке, как человек, имеющий отношение и к музыке, и к шоу-бизнесу. В целом, какую музыку мы будем слушать этим летом? Вы будете слушать этим летом Rager, Naomi Kill, Blowing Ghost, Uzi, OG, Broke Block Spot, Kina, Cherokee. Я думаю, какие-то вот такие имена. Ну, да, спасибо. Спасибо, это была очень важная, полезная информация. Я после за эфиром у тебя уточню, о чем мы сейчас говорили и на каком языке это было. Мне сообщили еще такую маленькую информацию, что, я думаю, уже ни для кого не тайна, что сегодня ребята будут выступать здесь на нашей сцене, что сегодня будет не премьера, но, скажем так, очень свежий релиз. Не понял. Спасибо. Замечательно. Окей. В таком случае, наверное, я не буду вас более задерживать здесь, на этом диване. Я приглашу вас на сцену с ребятами. Это группа Kush Lovers, друзья. Спасибо, спасибо. Бегите, бегите на сцену. Все. Ну, а я, в свою очередь, пожалуй, хочу с вами на сегодня, на этот вечер, попрощаться. Спасибо, что все это время вы находитесь с нами. Особенное спасибо каждому из вас, кто смотрит нас уже второй выпуск. Мы увидимся с вами ровно через неделю. Меня зовут Дэн Щенёв. Это было шоу «Трёпка», группа Kush Lovers прямо сейчас на сцене. Ребята, а поехали. Спасибо, оставайтесь с нами. Эй, это 5-4, это город Холод. 20 тысяч на запястье, нужна тёлка по щекасти. Твоя тёлка держит пасть. 20 тысяч на запястье. 20 тысяч на запястье, нужна тёлка по щекасти. Твоя тёлка держит пасть. 20 тысяч на запястье. 20 тысяч на запястье, нужна тёлка по щекасти. Твоя тёлка держит пасть. 20 тысяч на запястье. 20 тысяч на запястье, нужна тёлка по щекасти. Твоя тёлка держит пасть. 20 тысяч на запястье. Мы летаем вместе с вами, это линия Майами. Мы кидаем мали, но мы не кидали за ней. 20 тысяч на запястье, 20 тёлок есть у Расти. Пью Бомбей, закинул с Настей, сделал кэш, я кэша-мастер. Самый молодой игрок, нажимаю на курок. Преподам тебе урок, а ты нюхай порошок, okay. 20 тысяч на запястье, нужна тёлка по щекасти. Твоя тёлка держит пасть. 20 тысяч на запястье. 20 тысяч на запястье, 20 тысяч на запястье, 20 тысяч на запястье. Бля, чё-то припев много. Да похуй. 20 тысяч на запястье, нужна тёлка по щекасти. Твоя тёлка держит пасть. 20 тысяч на запястье. 20 тысяч на запястье, нужна тёлка по щекасти. Твоя тёлка держит пасть. 20 тысяч на запястье. 20 тысяч на запястье, нужна тёлка по щекасти. Твоя тёлка держит пасть. 20 тысяч на запястье. 20 тысяч на запястье, 20 тысяч на запястье, 20 тысяч на запястье, нужна тёлка по щекасти. Бэнг, бэнг, бэнг. Диджей. Это уже поинтереснее. Yep.
набери на телефон, чтобы сделать кэш. Я меняю города, кучу Prada Benz. Я один на миллион, помни мой фейс. Набери на телефон, набери на телефон. Набери на телефон, чтобы сделать кэш. Я меняю номера, кучу Prada Benz. Я один на миллион, помни мой фейс. Набери на телефон, набери на телефон. Я меняю города, как номера. Зацени мой рэп, да ты уебан. Я увел твою малышку, она занята. Заберу ее домой, она сирота. Я дарил один рождение, ей букеты роз. Больше лет для нее праздник, она видит рост. Я решаю кофе с малей, да мне хорошо. Мне не нужен допинг, стоп, где мой порошок? Набери на телефон, чтобы сделать кэш. Я меняю номера, Gucci, Prada, Benz. Я один на миллион, помни мой фейс. Набери на телефон, набери на телефон. Набери на телефон, чтобы сделать кэш. Я меняю номера, Gucci, Prada, Benz. Я один на миллион, помни мой фейс. Набери на телефон, набери на телефон. Это песня для девочек, но мне она нравится. Как твое имя? И что ты тут забыла? Я бы взял тебя силой, но это некрасиво. Как твое имя? И что ты тут забыла? Я бы взял тебя силой, но это некрасиво. А я походка луны, пролетаю мунволк. Ты меня не знаешь, я одна из тех звезд. Кто тебе звонит, выключай свой телефон. На этой хате так жарко. Воу-воу. Ты уже в нижнем белье. Сегодня я буду в тебе. Один вопрос. Как твое имя? И что ты тут забыла? Я бы взял тебя силой, но это некрасиво. Как твое имя? И что ты тут забыла? Я бы взял тебя силой, но это некрасиво. Как твое имя? Йоу, всем спасибо, это был Новый Килл. Был это Расти 5-4. Огромный баклан.